Совсем мало времени остается до праздника Пасхи. В эти светлые дни поток людей в храмы значительно увеличится. Очищены ли после зимы подходы к церквям, мы сегодня и узнаем в нашей постоянной рубрике «Дежурные по району». Центральный храм города Видное, Георгиевский. Наверное, на то он и центральный, что здесь все очищено. Не наблюдается ни снега, ни остатков льда. Они всегда следят. Очень аккуратно, всегда чисто. Сейчас обязательно наряды будут, так что, я думаю, будет все хорошо. Да здесь всегда чисто, хорошо бывает. Тут все хорошо. Убирают, все нормально. То есть удобно подойти, препятствий удобно, нет? Удобно, удобно, конечно. В храмах все хорошо. В других местах плохо. А здесь хорошо. Отъехав от центра, в соседнюю от города деревню Ермолино, можно наблюдать немного другую ситуацию. В принципе, чисто, но тротуар по-прежнему остается в снегу, а поток людей сюда будет не меньше, чем Георгиевский, ведь рядом находится новая застройка. Да и пожилым людям это неудобно. Чтобы обойти тротуар, придется идти по проезжей части. Снег сейчас остался, лежит, создает трудность для движения пожилых людей, также маленьких детей, женщин с колясками. Конечно, хотелось бы, чтобы его убрали. Еще один храм в деревне Калиновка. На подходе к нему лужи и самая настоящая грязь. Все это доставляет местным жителям большие неудобства. Надо все здесь это убрать, потому что и лужи, и дети играют, и церковь все-таки рядом ходят. И мусорки поставить надо, чтобы здесь было чисто. Здесь... Всегда у нас чистилась, всегда была предыдущая женщина, которая постоянно была в храме. Здесь всегда было чисто, а в этом году она приболела. Да, и здесь вот какое-то вот болото создалось. Сейчас еще просохло, а то было вообще не перейдешь, то не переступишь. До Пасхи несколько дней, поэтому, чтобы встретить прихожан красивыми, чистыми храмами, еще есть время все убрать. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.